8 сентября в профессиональный праздник всех работников в финансовой сфере России в общеобразовательной школе номер 6 состоялась лекция. В целях повышения финансовой грамотности молодежи ученикам старших классов рассказали об истории и работе Центробанка РФ. В этом занятии принимают участие сотрудники Главного управления Банка России по Краснодарскому краю. В нескольких школах Севастополя будут проведены уроки, которые будут посвящены отдельным вопросам финансовой грамотности. Вот в 6-й школе занятие прошло, было посвящено истории российских денег, начиная от куны и гривны до копейки и рубля. От хроники появления первых монет до истории создания российских банков. В прошлом году ученики старших классов изучали курс программы «Финансовая грамотность». Но она была не столь обширна, говорит Ольга Емельянова. Эти лекции, они для ребят, наверное, в рамках истории плюс экономика, то, что у нас не соединено порой бывает. Мы чуть-чуть в экономике, чуть-чуть в истории. Здесь получилась лекция, где соединены и исторические факты, и экономические факты. Очень хочется надеяться, что для детей это не прошло зря, что они все-таки для себя что-то вынесли. Полноту исторических фактов в лекции отмечают и ученики. За 45 минут им рассказали о развитии системы, начиная с первого банка Российской империи 18 века и заканчивая современностью. Мы проходили курс «Финансовая грамотность». Мы его изучали в 10 классе. На нем нам давали только общие понятия о происхождении монет, о банках. А сегодня мы узнали более углубленно от самых основ и до современного времени. Историю монет, какие существовали банки и что значит Банк России сейчас. Было очень интересно, нам понравилось, мы еще такого не слышали. Ну, если даже слышали, то не так расширено, как сегодня. Поэтому мне понравилось все. Директор общеобразовательной школы говорит, такие лекции для современной молодежи как никогда актуальны. Нам бы хотелось, чтобы серия таких лекций обязательно продолжалась, потому что изучение вот такого, скажем так, планомерного курса финансовой грамотности, я думаю, на сегодняшний день необходимо любому выпускнику любой школы для дальнейшей жизни трудоустройства. Организаторы надеются, что прошедший урок не просто дал новые познания в области истории банковской системы, а расширил кругозор завтрашних выпускников. Кира Калинина, Деливер Меджитов, программа «Наше время».